Следующая пьеса такая, тоже довольно-таки... Вы, думаю, заметили, что у Евгения Александровича, в общем-то, романтическая музыка. Да. Вот. И «Тетушка темнота» фантастическая, романтическая. И вот следующая пьеса, это вот как представляю себе поле. Вот когда я в детстве жил на даче, выхожу, поле, бабочки, цветы. Класс. Воспоминания такие небольшие. Пьеса называется «Бабочка и цветы».